Я понял, что надо научиться чудеса замечать в малом. И когда мы учимся в малом видеть Божью славу, то Бог показывает и большие чудеса. Потому что если мы малое не увидим, что мы большое увидим? Нет. Но когда наши сердца готовы увидеть, познать, то Бог явит себя. И зачастую эти чудеса – это наше свидетельство. Согласны? Для того, чтобы дьявол не похитил своих Божьих детей, не украл, Бог дает каждому свое свидетельство. В Библии, когда апостолы ходили, они видели тоже чудеса, они имели свидетельство, и никто не мог их совратить с пути. Они крепко стояли на своих ногах. И слава Богу, что Бог, Он укрепляет через свидетельство, Он всегда дает слово. Мы читаем Библию, видим слово, но сегодня информации вокруг много, и эта информация, она может зайти и вылететь, в одно ухо, из другого вылететь. Но когда Бог дает откровение, то это действительно на всю жизнь, оно на сердце записано. А сегодня я хочу представить, будет проповедовать человек, который не просто знает Иисуса Христа из Библии. Он знает действительно, как Иисус поменял его жизнь, его семьи, его детей. И Иисус Христос до сих пор продолжает делать чудеса на его пути. Сегодня будет проповедовать Олег Григорьевич, пастор Севастопольской церкви. И пусть то слово, которое Господь ему вложил в сердце, оно будет благословенным. И пусть это семя, оно будет от Бога. Слава! Слава нашему Богу Иисусу Христу! Аминь! Здравствуйте. Добрый день. Спасибо. Сейчас, когда все пели, и когда прославление так, как всегда, хорошо делало свою работу, я подумал, знаете, о чем? И как-то винаги прославление ту, хваление ту изверши свою-то работу. Я подумал о постоянстве. Вот я сюда, когда мы в Варне живем, мы в воскресенье здесь всегда, в 14 часов. Вы же тоже здесь? Кто здесь? Поднимите руку. Кто здесь? Вот как-то сам в Варне, а сега ще говоря за постоянството, идвам всеки път на църква. Кой от вас прави това? И все время музыка, все время слова, и все время слава Иисусу Христу. И през цялото време са думите, музиката и хубавите думи за Исус. И это постоянно. И това е постоянно. Это каждое воскресенье. И това е всяка неделя. И я услышал внутри себя, что постоянство – это вера. И тогава чух вътре в себе си, че постоянството – постоянство – это вера. Постоянството е вяра. Бог учил меня постоянству персонально. Я когда покаялся, на постоянство ми учишь лично Бог. В Севастополе в церкви, в которую я ходил каждую пятницу, в 23 часа начиналась ночная молитва до 6 утра. А когато бях в Севастопол, в 23 часа, то есть 11 часа през нощта, започваше се нощната молитва. В воскресенье, само собой, служение, там все остальные дни, но в пятницу в 23 часа надо прийти в церковь и всю ночь провести там, молясь. Разбира се, имаше неделна служба, но винаги в петък започваше молитвената нощна служба. И я начал это делать, каждую пятницу я приезжал в церковь. И това правих всеки петък. И однажды, и виднеш, без 23:11 вечера я посмотрел с балкона с 7 этажа, где я жил, на свою новую машину, которую я купил в долг, и подумал, не поеду сегодня, буду дома молиться. И виднеш, към 21 часа, аз живея на 7 этаж, и погледнах надолу към моята нова машина, която бях купил с кредит, да? Да. И си казах, няма да отида. А на душе так нехорошо. Кто не понимает меня? А в душата не беше така недобре? Ну, конечно, ночью я не молился. Разбира се, че през нощта се моли. А когда утром проснулся,
Сверху посмотрел на машину, смотрю, все в порядке вроде бы. И когато през нощта спах и сутринта като погледнах, всичко беше като че ли добре с машина. Но это было не так. Но това не беше така. И когда я спустился к машине, то левое заднее стекло пассажирское, которое я не мог видеть, оно было разбито. Да. И когато се приближих до колата, видях, че задното стъкло беше разбито, а всъщност отгоре не можах да го видя. Сзади за моим сиденьем водительским стояла коробка из-под фотоапарата. И видях, че зад гърба ми на задната седалка стоеше фотоапарата. А всъщност не фотоапарата, а неговата... Кто-то украл, думая, что там аппарат. Футляр. Но там были кассеты христианские, аудиокассеты. Ясно става, че има кражба, но и там бяха это... християнски касетки. Пропуск этой ночной молитвы вылился мне в такие проблемы. У меня и была именно този пропуск в молитвата ми създали такива проблеми. Я несколько месяцев ездил с задним стеклом, заклеенной бумагой такой, и потому что стекла нельзя было найти, американское, дорого, денег не было. И я тогда понял. Така че с това стъкло ми се наложи през всичките останали месеци да ходя, защото американско скъпо, а пък аз нямах достатъчно пари. Надо быть постоянным. Трябва да бъдете постоянни. Бог постоянный. И Он хочет, чтобы ты был постоянный. Потому что постоянство – это вера. А если у тебя есть вера, то ты сильный. А постоянството е вяра. Ако ти си постоянен във вярата, то ти си силен. Аминь. Аминь. Поэтому если вы всегда в воскресенье в 14 часов здесь, что бы ни происходило, какие бы голоса внутри ни говорили, какие обстоятельства бы вам ни свидетельствовали о том, что сегодня можно пропустить, вы в вере, вы постоянные, вы молодец. Это не просто там хороший, это... Божий человек, дочь и сын, которая любит Бога и всегда здесь. И така, ако вие не сте всяка неделя тука в 2 часа, независимо от това какви гласове там ще ви говорят, иди не иди, ти трябва да бъдеш тук, защото това е, което ще издигне твоята вяра. Амин. Амин. Кто согласен? Но это я так, это я такое поделился с вами. Это това беше така, споделился с вас просто. Я хочу вам сегодня сказать о том, о чем сегодня пели. Я не знаю, почему так случается, когда я выхожу, то о чем поют, то я должен и приготовил говорить. Да, случвается често така, че това, което се пее, съвпада с това, което съм приготвил. Есть много сила интересно. В имени Иисуса. Есть сила в имени Иисуса. Есть има сила во времето прекарано с Исус. Да, и этой силой можно разбить любые цепи. И тази сила може да разбие всеки синджир, всяка окова. Господь, во имя Иисуса Христа, в соответствии с Твоим Словом, я возлагаю сейчас эту заботу произнести слово для этих людей на Тебя, потому что Ты обо мне печешься. Ты так сказал, и я так делаю во имя Иисуса Христа. Аминь. Господи, надявам се, че сега ти ще говориш чрез мен и ще подготвиш словото, което е необходимо за тези хора тук. И никакой ответственности не несу за то, что я сейчас скажу. Така че аз не нося отговорност за това, което ще кажа сега. Написано, читаю. Написано е. Будьте же изпълнители слова, а не слышатели только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, тот, кто будет не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен, счастлив будет в своем действии. Аминь. Это сказал, Аминь. Сказано в послании Иакова, в первой главе. Това е в Яков, първа глава, и там пише, че тези, които се гледат в огледалото и после се тръгват и забравят, те не получават нищо. А тези, които помнят и тръгват с уверение в себе си, те получават Божите благословения. У нас у всех есть Библия, мы ее читаем, правда? Всички имаме Библия, ние я четем. Для того, чтобы пребывать в Слове.
за да прибъдваме в Словото. И там говорится, что мы должны это Слово исполнять. И там се говори, че ние трябва да изпълняваме това Слово. А не просто прочитать, выйти и забыть, как будто мы ни к нему никакого отношения не имеем до очередного чтения. А не е така да го четеш, да го забравиш и да ходиш и после да се връщаш отново да се спомняш. Иисус сказал, противостаньте дьяволу, и он от вас побежит. А Иисус каза, съпротивлявайте се на дьявола, и той ще побегне от вас. Амин. Противостаньте дьяволу, и он от вас побежит. Противопоставяйте му се, и той ще побегне. Ну вот я вам приведу простой пример. Сега ще ви дам един обикновен пример. Имеют ли эти слова к нам какое-то отношение в повседневной жизни? Как можно это использовать? Всичките тези думи имат ли някакво отношение към нас? Когда я был маленький, мама говорила мне, что я счастливый, потому что у меня много родинок. Когато бях малък, майка ми казваше, че аз съм много щастлив, защото имах много бемки. Да, и когда я стал постарше, лет 10 назад, наверное, то я стал замечать, что их больше становится. И когато пораснах, всъщност забелязах, че тези бемки се увеличават. Да, ну думаю, счастье валится на меня все больше. И аз се казвам, моли-ли, щастието направо връхлита върху мен. Ну так оно и есть, конечно. Разбира се, че е така. Но эти вещи, это не родинки, а какая-то фигня. Всъщност това не са бемките, а явно някаква глупост. Явно не от Бога. Това не е от Бога с бемките. Но однажды вот я заметил, что у меня вот на этом месте, вот здесь, появилось пятнышко такое, родинка типа. И она стала расти. Все больше, 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 больше. Я наблюдаю за ней. Каждое утро бреешься и наблюдаешь. Кто каждое утро на себя смотрит в зеркало? Послушайте, у нас у всех есть классное основание для успеха. Когато се бръсних, забелязах, че тук имам някаква луничка, която след време се увеличаваше, увеличаваше. И вот я смотрю и думаю, и оно мне зачем? От кого это? И си казвам, това сега от кого е? Это же не от Бога, правда? Казвам си, това не е от Бога. Но правда, это же не родинка, какое-то пятно. Правилно е, това не е бемка от Бога. Образование какое-то. И я, читая Библию, сказал, я не слушатель забывчивый, а исполнитель слова. Мне Иисус сказал противостать. И теперь я буду противостоять. И аз се казах, аз не съм от тези, като чета Словото да го забравям, а аз съм изпълнител на Словото и аз ще стъпя на Него. У меня есть имя Иисуса, которое имеет силу. И аз имам Иисус и в Неговото име имаме сила. У меня есть вера, потому что я могу быть постоянным. Аз имам вяра, която ще бъде постоянна. И у меня есть Слово. Аз имам и Слово. И это Слово говорит мне противостать. И това слово казва противопоставен се. И я стал говорить, я клал сюда утром палец, когда я брился, и говорил, именем Иисуса. И всяка сутрин, когато се бръсни, пошла вон, си тука, и мразь, я противостою тебе могущественным именем Иисуса и повелеваю тебе убираться прочь. Махай се в името на Иисус Христос, нямаш място тук. Я читаю Библию, а там написано. Аз чета Библията, там е написано. Марка 11 глава, 23 стих, там написано. А Марка 11, 23, там е написано. Там прямая речь Иисуса Христа. Да. Прямая речь. Он говорит, имейте веру Божью. Да. Там има такава директно, повелително. Имайте вяра. Имейте веру Божью. Имайте Божията вяра. Если кто скажет горе сей, гора – это вот проблема, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Който каже на тази планина и не се усомни, и каже вдигни се, това ще му стане. У меня есть слово Бога, которое говорит, говори проблеме, и она уйдет. И аз имам това слово, като говоря на проблема. И у меня есть имя Иисуса, которое имеет силу. И в името на Исус, който има сила. И я сила, постоянный. И аз постоянно. И я могу говорить. И аз мога да говоря. И у меня есть для этого время специальное. И аз имам специално време за я това. Я связал его с тем, когда я бреюсь. И когато се бръсних. Я делаю это каждое утро. Това го правя всяка сутрин. Кто каждое утро красится?
успокойся. Расчетывает волосы. Седу карва пред... У кого есть какая-нибудь проблема? Кой меня какая проблема? В теле, в деле, где, в доме, да. Неважно. Когда вы красите правый глаз, вы можете решить одну проблему. Когда приходите ко второму, вы можете решить вторую проблему. Как это происходит? Смотрите. Я стал говорить: ты, сволочь, именем Иисуса, я повелеваю тебе, вон! И я сказал: ти мерзавица, во имя на Иисус Христос, вон от меня. А она говорит мне: чакай малко. И тебя мне казва: чакай малко. Будем проверять твоя вера. Проверяла мне вера там. А я же бреюсь каждый день. А се брызну всякий день. И я же принял решение. Я с проектува решение. И я постоянен. Я сам постоянен. И я продолжаю. Я с продолжаю. И это просто. И твоим много обыкновенно. Тем более, что Библия говорит мне: не будь Ошти служителем повече... забывчивым, но будь исполнителем дела. Говори. Ошти повече Библията казва: не бъди изпълнител. И я говорю каждый день: ты. Я сказам всеки ден: ти. Именем Иисуса вон. В името на Иисус вон. День, неделя, месяц, второй, третий. Как привычка. Постоянство – это когда ты веришь. И така день след день, седмица, месяц, три месяца, и постоянство – това е вярата ти. Ничего не происходит, но ты просто продолжаешь в постоянстве, потому что Бог так сказал. И может да не се случи нищо, но понеже Господ казва така. И пришло время, я поехал, полетел в Испанию. И случи се така, че дойде време да замина за Испания. Я должен был сесть на круизное судно. Да, седнах на един параход, на един круиз. Заранее приехал, чтобы по Барселоне погулять. Исках така по Барселона малко да се разходя. Утром просыпаюсь в отеле, подхожу к зеркалу, беру бритву. Да, и свободих сутринь. Я открываю рот и говорю: ты! Руку сюда кладу, а смотрю, там что-то такое не то. Надулось, красное, и дает о себе знать. Да, и с утринта, когда отидах предугледало, тут да се образна. И приходит мне мысль и такая. И пипам тука и виждам, че нещо се изменило, така зачервило се, и казвам: тука нещо става. И мысль такая изнутри приходит: ну что, доболтался? Допросился? Раздулось, покраснело, чешется. И разбира се, така отвътре: а, сега стигна ли те това, нали? Наболтался, как это перевезли? Да. Наговорился. Наговорился, да. Да. Проговорили сега. И что мне оставалось делать? Поскольку постоянно, если человек читает Библию, то он всегда слышит имя Иисуса. И тези, които постоянно читают, когда он молится, то он на это имя опирается. И он всегда помнит, что в имени Иисуса есть что? Победа. Сила. Да. И всички те, тези, които читат постоянно Библията, знаят, че в името на Иисус Христос има сила. И я сказал: именем Иисуса я продолжаю утверждать, что ты, мразь, должна исчезнуть немедленно. Плевать я хотел на что... на то, что ты мне сейчас даешь чувствовать. И тогава аз казвам: мерзост такава, нали, плюя на тебе, ти трябва да си тръгнешь. И завтра, и послезавтра, и еще день, и еще день, и вдруг, все в таком же состоянии, и вдруг воспаление прошло, и все начало ссыхаться. Да, и така ден след ден, всичкото това, нали, както се проявяваше, воспалението мина, и тя започна да изсъхва. Отпало без следов и ничего нет. Остались только фотографии, и, где показывают, что вот такая штука. И всичко исчезна без следа. Безследно исчезна. Если имеешь веру Божью и говоришь свои проблемы: поднимись и ввергнись в море, или в унитаз, или куда вы захотите, то сбудется по словам, если веришь. Аминь. И вы можете себе представить, что это такое? И ако ти вярваш и говориш на проблемите си, те ще се вдигнат, ако трябва даже в туалетната чиния ще отидат, но ще се вдигнат и ще се махнат от тебе.
Мы сейчас молимся с женой за девочку одну. Ние сега с женами се молим за едно момиченце. Ее мама попросила нас помолиться. У нее есть проблемы, потому что ей 20 лет. И она имеет проблемы. Това момиче на 20 години, нейната майка не помоли да се помолим за нейните проблеми. Она не хочет выходить из дома, она слышит голоса, она не хочет учиться, она не хочет работать, она всех боится, у нее нет друзей, нет любви, ей 20 лет, вот такая проблема. Тя на 20 години нито работи, нито се учи, боится, чува някакви гласове и не излиза от къщи, въобще една такава ситуация. Как вы думаете, это не от кого это такие проблемы? А вы как мыслите, това от кого е? Библия по этому поводу говорит: имейте веру Божью. А Библията казва: имайте Божията вяра. Говорите слова. Говорите думите. Есть такие слова, которые называются Иисус Христос. Это слово. Има такива слова, които са на Иисус Христос. В этом слове есть сила. И в това слово, в тези думи има сила. И еще написано в слове, чтобы мы противостояли нашему врагу, дьяволу. И още повече, че имаме заповед да се противопоставяме на нашия враг. Который пришел украсть, убить и погубить. Вот он губит эту девочку, хочет ее погубить. Да, той идва да открадне, да убие още повече това момиче. Могу ли я и моя жена противостать этому? Мога ли аз со своята жена да се противопоставя на този враг? Есть ли у вас проблема какая-нибудь? Ако имате някакъв проблем, могли бы вы ей противостать? Можете ли да се противостоите? Нет никакой проблемы, против которой мы не могли бы противостать, потому что няма проблем, на който да не можем да се противопоставим. Потому что перед именем Иисуса все склоняется. Защото в името на Исус всичко отстъпва и се изпълнява. При одном условии. При едно условие. Если ты не просто бежишь глазами по строчкам, читая, какой сильный Иисус и каково Его имя. Разбира се, ако не бягаш, и така с очите си само по думите, само така да бягаш. Имя такому человеку – слушатель забывчивый. Такъв човек, той чува, обаче той е забравлив. По-русски – бестолочь. По-русски – без... Бестолочь, без мозгов. Да. Без мозгов. Ты видишь, что ты можешь. По-български това е несмислен. Тебе говорят, ты можешь. Казват ти можешь. Но ты этого не делаешь, потому что ты бестолочь. Ты игнорируешь слово. Ами ти не го вярваш и не го правиш, защото си безсмислен. Ну ходи с проблемами. Ну ходи си с проблемите. Но у тебя нет денег и не будет, если ты не будешь противостоять дьяволу и не требовать денег оттуда. Ами нямаш пари, защото ти не се противопоставишь, дьявола прави каквото си иска с тебе. Если есть болячка и ты ей не противостоишь, то она так и останется. Ако имаш болест и ти не се противостоишь, не се противопоставишь, ми тя ще си остане. На прошлой неделе здесь стоял мой тезка Олег Митрофанов, который рассказывал, что он несколько лет говорил: именем Иисуса я исцелен. Да, на кровью Иисуса я исцелен. Имахме... Ранами Иисуса я исцелен. Каждая ступенька им. Я исцелен, я исцелен, да. Я исцелен, я исцелен, я исцелен, я исцелен. Если бы он этого не говорил, он бы умер. Помните ли, на предната служба имаше един брат, който говореше за своето изцеление. А он привез сюда четверых детей. И на всяка стълба качва се, слиза и казва: аз съм изцелен. В Библии написано. В Библията е написано. Вы помните ту историю, когда Петр с Иоанном в Деяниях, в 3 главе, шли в церковь и у красных ворот увидели хромого? Помните ли този? Кто не помнит поднять руку, встать и выйти вон? Есть такие? Все помнят. Помните ли този момент, когато Петър и Йоан отиваха на молитва? Человек никогда в жизни не ходил вообще. У него были кривые ноги такие, которые не позволяли ему ходить с рождения. Он никогда не ходил. И те се изправиха пред този човек, който беше инвалид. Той никога, той имаше криви крака, никога не е ходил. Никогда в жизни не ступал. Он просто его приносили, чтобы он... сидел и милостыню просил. Никога не е стъпвал на краката си и те просто хората го носиха. И когда апостолы шли, и когато апостолите дойдоха, то увидев и го видяха,
то они сказали ему, Петр сказал, Петр ему сказал, серебра и золота, чего он ждал, у меня нет. Серебро и злато нямам. Но то, что имею, но това, което имам, то даю тебе. Това ти давам. Что у него было? У него было имя Иисуса, в котором есть что? То имаш името на Иисус Христос, в което какво? Проще ничего не бывает. Он сказал именем Иисуса. Во имя Иисуса Христа Назарея, встань! По-просто от това не може да бъде. В името на Иисус Христос, стани и ходи! И ходи. И протянул ему руку и поднял его. Протегнаха раката и го вдигнаха. И потому что в имени Иисуса есть сила, вдруг ступни его укрепились. И он встал. И вследствие на това неговите крака се изправиха. Те станаха силни. И начал скакать и прыгать. И започна да скача, да скача. А все окружающие ужаснулись. А всички около него се ужасиха. А знаете, что потом произошло? А знаете ли, защо това стана? Народ-то там взволновался. Народа и они начали разволнува. Везде проповедовать. В церкви, везде, народ, масса народу. И местные начальники-то заволновались. И всичките там свещенниците, хората, всички се разволнуваха. Те, которые Иисуса распяли. Точно тези, които те, которые дьявольские люди. Дети дьявола. Да, тези, които са деца на дьявола. Те, которых Иисус изобличал. Тези, които бяха изобличени от Иисус. Враги. Врагове. Они призвали апостолов и говорят, вы что творите? Те го повикаха, повикаха апостолите. Такие чудеса. Какви са тези чудеса? Прекратите. Ела, прекратете. Но они же не могут прекратить. Они говорят, как мы можем прекратить? Вы помните это или нет? Да. И что произошло, когда они отправили апостолов? И каково стало, когато... Собрались эти враги. Собраха се тези врагове. Дьявольские люди. Дьявольските хора. И сказали, послушайте, что сказали. И какво казаха, послушайте сега. И вот что они сказали. Это какво казаха? Видя смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они люди не книжные и простые, кто считает себя не книжным и простым человеком? Вот я первый поднял руку. Я не академик, я обыкновенный человек. Просто обыкновенный человек. И те, като видяха, че Петър и Иоанн не са книжници, ами са просто обикновенни хора, они удивлялись. Те се учудиха. Между тем узнавали, что они были с Иисусом. И между другото те разбраха, че са били с Иисус. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. Факты были и налицо. И не можеха нищо да кажат, защото видяха исцеления човек. И приказав им выйти из Синедриона вон, рассуждали между собой. И като им казаха да излезат, започнаха да спорят помежду си. Говоря, что нам делать с этими людьми? И как, какво да правим с тези хора? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо. И всички в Иерусалим знают вече, че в това име е направено чудото. И мы не можем отвергнуть сего. И ние не можем да го отхвърлим. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозой запретим им. И за да не се разпростреде това със заплаха след народа, да им забраним. Чтобы, слушайте, чтобы не говорили об имени сём никому из людей. Да не говорят за това име на никого между хората. Знаете, кто такие люди, которые распяли Иисуса Христа? Знаете ли, кои бяха хората, които разпънаха Иисус? Вот эти фарисеи, книжники, вот эти первосвященники, вот эти все сволочи, которые подбили народ. Да, фарисеите, книжниците, това бяха. Знаете, кто они такие? Знаете ли, кои са тези? Внутри их дьявол. Да. Враг Иисуса Христа. Это так? Да, това са враг на Иисус Христос, дьяволски хора. Они водимы дьяволом, который очень многое знает. И они точно знают, если позволить людям использовать, говорить это имя, начнется сплошное чудо.
Те знаеха, че ако позволят това име да се произнася, ще станат големи чудеса. И тогда им конец. И тогава ще дойде краят им. Они хотели спрятать это имя. Те искаха да скрият това име. Запрещали его использовать. Забраняваха да се използва. Кому из нас запрещается говорить, произносить имя Иисуса Христа? Кого будут, знает, кого будут бить? Если вы дома на Христа. Кухне будете говорить именем Иисуса и провозглашать что-нибудь в отношении своего ребенка, вы не опасаетесь, что вас в тюрьму посадят или изобьют? Нет? Никто? Да, а кое-кто от вас скажет така на детето си, така публично, не се ли страхувате, че може да попаднете в затвора? А апостолам опасность была. А апостолите бяха опасни. Но они шли и говорили именем Иисуса Христа. Но те, въпреки това, вървяха и говориха. И благодаря им мы сегодня имеем спасение. И благодарение на тях, че не отстъпиха, ние имаме днес спасение. Я хочу сказать, что вот все, что мы сейчас вот с вами слышали, искам да ви кажа, че всичко това, което чувахме, это имеет самое обыкновенное, простое применение в повседневной жизни. Има толкова обикновено и добро приложение в всекидневието. Любая проблема, любая задача, любое решение, которое ты проводишь в жизнь с именем Иисуса Христа, всякий проблем, всяка грижа и подобные другие неща в имя Иисуса решается, и ты всегда будешь в победе, если будешь постоянно. И винаги се решават, и винаги ты ще бъдеш победител. Есть ключевые вещи в Библии, которые каждый, вот не книжный, простой человек должен повседневно использовать в своей жизни. Разбирается, что в Библии ты имеешь такие дни ключевые места, където не винаги можешь да се използва всекидневие. Вот я начал с того, если мы все каждое воскресенье, вот мы видим друг друга каждое воскресенье, независимо от ни от чего мы здесь. И ако ние всеки път се виждаме, всяка неделя се виждаме така. Нам надо прославить Бога, нам надо послушать, нам надо пообщаться с братьями и сестрами. Прославяме Бога сред всичките тези брати и сестри. Это вера ваша. Това е вашата вяра. Бог любит веру. Бог обича вярата. Потому что написано, без веры угодить ему невозможно. Защото е написано, че без вяра не можеш да му угодиш. Когда мы здесь, ему нравится это. Когато ние сме тук, това му харесва. Теперь Бог говорит, послушай, сега я даю Бог... тебе свое имя. А сега Господ казва, тебе персонально, не всем вам, давам тебе персонално, тебе това персонально имя. Даю имя, мое имя. Давам ти персонално това име. Ты можешь его использовать. Можешь да го използваш. Для своей жизни. За своя живот. Независимо ни от каких проблем, это имя всегда действует. Независимо от проблеми, ти името винаги действует. Потому что в этом имени есть сила. Давайте скажем. Защото в това име има сила. Да громче, кажем всички. Я скажу, сила. Я скажу, в имени Иисуса есть, и все громко скажем. В имени Иисуса есть сила. Имя на Иисусе есть. В имени Иисуса есть сила. В имени Иисуса есть сила. Это сила не просто воздух сотрясать, в нашей жизни убирать всякую дрянь. Да. Всякого... На лице ли, в животе ли, в мозгах ли, в духе ли, у другого человека, со сковородкой, с дверью, с любой проблемой, какая возникает. Сила Иисуса Христа действует всегда и везде. Так или нет? И сега, какъвто и проблем и глупост да има някаква в нашето тяло, чрез това име, ние сме победители. Това така ли е? А теперь представьте. Представьте. А сега си представете. У обычного человека в голове куча забот. В главата на обикновения човек има куп, много огромных. Здоровье, деньги, проблемы. Работа, дети, налоги, да мало ли каких забот, правда? Да, деца, семейство, работа, данаци, какво ли не. И это на 100% касается детей Божьих, верующих людей. И това на 100% засяга хората, които вярват в Бога. И очень часто мы говорим, что в церковь приходят люди, которые обременены проблемами.
И за това често казваме, че в хората идват хора, които са обременени. И ходят задавлени этими проблемами. И ходят такива дни обременени, утрудени. Да или нет? Да, и така ли е? Но Слово Божье говорит. Но Словото Божие казва. Ты хочешь хорошо жить? Искаш ли да живееш добре? Кто хочет хорошо прожить жизнь на земле и оказаться на небе рядом с Иисусом? Поднять руку. Да. Кой иска да живее добре на земята и да бъде заедно на небето? Если ты будешь слушателем забывчивым, а не исполнителем дела, то счастливым ты не будешь. Ако ти гледаш на тези и дружиш с тези, които са забравливи, ти щастлив няма да бъдеш. Ты не должен быть похож на человека, который подошел в зеркало, посмотрел, отошел и все. Ти няма да приличиш на онези, които дошъл, погледнал и се заминал. Тебе написано в Слове. Писано ти е в Словото. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью. И смири си под крепката десница на Бога. Все заботы возложите на Него. Всички ти си грижи на Него възложете. Ибо Он печется о тебе. Защото Той мисли за тебе. Он с любовью о тебе заботится. И то при това с любов се грижи он за тебе. Он дал тебе слово. Той ти даде слово. А там написано. А там е написано. В имени Иисуса есть сила. В имени Иисуса, Иисуса има сила. Это сила твоя. Ты можешь тази сила е твоята. И если у тебя есть проблема. Имаш проблем. Гора. Планина. Образно гора. То ты можешь ей сказать. Ты гора. И можешь да кажеш планина. Именем Иисуса. В имени Иисуса. Я повелеваю тебе подняться. Аз и ти казвам да се вдигнеш. Рухнуть в море. И да се хвърлиш в морето. И я не сомневаюсь в том, что. И ако не се съмняваш. В Библии написана истина. Ако не се съмняваш, ще ти так бъде. Так написано, я так делаю. Ще ти бъде. Я так делаю, потому что так написано. Аз така правя, защото така е написано. И я делаю это постоянно. Аз го правя постоянно. Я месяц говорю, ты уйди именем Иисуса. Месец казвам, махни се на това. А она мне говорит, малка, чакай. Раз за разом, раз за разом, раз за разом, раз за разом. Кто из нас постоянней был? Кой от нас е бил постоянней? Имя Иисуса победило. И името на Иисус и так всегда бывает. Е победил, и така винаги е било. У кого есть проблема? Кой има проблем? Вы можете сказать проблеме ты. Можешь да кажеш ти проблем. Вы можете свои заботы на Бога возложить. Всички ти си грижи и на Бога възложи. И когато ми так натренируем себя, и когато се тренираме така, то все окружающие люди и то всичките, които ни заобикалят, станут замечать, ще започнат да виждат, что мы начали меняться, че ние започнали, сме започнали да се променяме, что наша жизнь стала меняться, нашия живот се променя, она стала играть красками, да, тя започнала и така первое, что цветове. Они увидят, и първото нещо, което ще видят, что мы не обременены заботами. Че ние не сме обременени от грижи. Мы свободны. Ние сме свободни. Мы все возложили на Бога. Всичко възложихме на Бога. И если какая-то проблема есть. Може да има някакъв проблем. То я говорю, Иисус. Но аз казвам Иисус. 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 И этого достаточно, чтобы победить. И това е достатъчно, когда за да победиш. Когда на тебя нападает собака. Когато ти нападне куче. И ты не успеваешь ничего, кроме крикнуть, как Иисус. И ти не успяваш нищо, освен да извикаш Иисус. То она тормозит лапами до крови от страха. Да, чаша се изгризе лапите до кръв от страха. Это правда. Това е така. Мы можем молиться в одну секунду. Иисус, в этом имени есть сила. И ние в секундата можем да кажем Иисус и в това има сила. Человек говорит, я никогда не знал ничего из Библии, потому что я был комсомольцем. Някой казва, аз нищо не знам от Библията, защото бях комсомолец. Но во время войны мы прятались от немцев и забежали в какой-то дом и залезли вдвоем под кровать. Но по време на войната ние влезахме в един дом и под леглото се. А фашисты заходили в деревню и шли дом за домом, проверяли, искали пленных солдат. Этих а фашистите минаваха и от къща на къща търсиха войниц. И мой товарищ лежал у стены. И мой другар лежеше. А я ближе к выходу, под кроватью мы лежали. А я близо до него под леглото. И я, говорит, лежал.
и вспоминал хоть одну какую-нибудь молитву, хоть что-нибудь. Я просто вспомнил имя Иисуса. И тогда си мислих, поне някаква молитва, не мога ли да си спомня? Единственное, что я мог сказать, Иисус. И всъщност само трябваше да каже Иисус. Отче, Иисус, Иисус, Иисус. Всъщност почнах, отче наш, може би, но почнах да викам Иисус, Иисус. И немцы вот так подняли эту самую. Да. Увидели нас двоих, отодвинули кровать вот так, того взяли и ушли. И те дойдоха, погледнаха под леглото, взеха един и заминаха. В имени Иисуса есть сила. В имя на Иисус. И особенно, когда человек обращается: Иисус, Иисус, Иисус! Разницу почувствовали? Когда страшно, когда эмоции, когда все существо уповает только на Него, тогда работает особо. А когда ты просто методично говоришь: именем Иисуса уйди, тогда потребуется больше времени. Емоционално, ако разгледаме понякога, като кажеш, ей така, Исус, Исус, това е много методично. Кажи с емоции, Исус, Исус! Вывод. 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 Итог. Вывод. Какой вывод из этого? А какъв е извода от това? Да. Извод. Извод. Каков извод? Какъв извод можем да си направим от това? Что бы мы ни делали, каквото и да правим, садились кушать, седнали сме да ядем, примеряли новый лифчик, проверявахме си билето, покупали в магазине колбасу, или пък колбас, нещо да. Тащили за ухо сына в угол, водихме детето за ухото в ъгъла, отчитывались перед начальником, выступали на презентации. Да приступим на презентация пред началника. Что бы мы ни делали, каквото и да правим. Надо говорить про себя или вслух: во имя Иисуса. Трябва на себе си и вслух да говорим. Ради тебя, Христос. В името на Иисус. Я делаю это во имя Твое. Аз казвам в Твоето Ради имя. Ради тебя. Заради Тебе. Если этому научиться, ако се научиш на това, възлагать заботы на Бога, да възлагаш проблемите на Бога, и не беспокоиться, и да не се беспокоиш, и всегда, что бы ни делал, произносить во имя Иисуса Христа и делать ради Него все, и като произнасяш името на Иисус и да правиш всичко заради Него, каждый из нас будет звенеть, и всеки един от нас ще звъни, сиять, ще сияе, блестеть, ще блести. И все будут шокированы и смотреть на нас. Шокирани, шашнати, и говорить: как она это делает? И тогава ще казват: как това се прави? Вот чему надо научиться. Это на какво трябва да се научим. Аминь. Аминь. Господи, слава Тебе за имя, которое мы имеем. Господи, благодаря Ти за името, което имаме. Спасибо Тебе за слово, которое Ти дал. Благодарим Ти за словото, което Ти си дал. И спасибо Тебе за постоянство. Благодаря Ти за постоянството. С которым Святой Дух заставляет нас. С Него Святый Дух не заставя. Научиться быть успешными. Да се научим да бъдем успешни. Использвайки силу Твоего имени. Силата Твоя в Твоето име. Тези има вера. Вяра. В тези има вяра. Така? Така. Амин. Амин. Слава Иисусу Христу.